Камни надо вернуть в то время, откуда их взяли. Иначе понаоткрываешь окна малоприятных реальностей. Не бойся, Брюс. Лишнее отсечем. Я ведь пытался. Тогда с камнями, с перчаткой. Попробовал вернуть ее. Мне ее не хватает. Мне тоже. Могу составить компанию. Только надену дурацкий комбез. Спасибо, Сэм. Но тут я сам. Глупости не наделай, я туда и назад. Да ладно. Все глупости отбывают с тобой. Ты давай возвращайся. Все будет нормально, Пак. А сколько это по времени? Для него сколько захочет, для нас 5 секунд. Готов, Кэп? Одна нога там, другая здесь. Ну да. Квантовый скачок. 3, 2, 1. Возвращение через 5, 4, 3, 2, 1. И где он? Без понятия. Временную метку прошел. Должен был выйти. Так, возвращай. Пытаюсь. Слышишь? Возвращай! Сказал, пытаюсь. Сэм. Давай. Кэп? Привет, Сэм. То есть что-то получилось, а что-то пошло не так. Когда я вернул камни, то подумал, а может, попробовать мне жить как Тони, по-человечески. И как оно по-человечески? Просто замечательно. Рад за тебя. Честно. Спасибо. Только страшно представить, как нам теперь жить в мире, где нет Капитана Америка. О, ну… Кстати, о мире. Примерь-ка. Что чувствуешь? Что у нас с чужого плеча? Разве? Спасибо. Что могу, сделаю. Потому он и твой. Про нее ничего не расскажешь? Нет. Про нее, думаю, не стоит.